Традиционно накануне Дня города в Балакове обновляют доску почета. В нынешнем году торжественная церемония прошла в 25-й раз. За четверть века в галерее славы разместили фотографии 400 передовиков производства и наименования более сотни предприятий и организаций. Главное богатство города Балакова – это прежде всего люди, которые наполнены к нему большой любовью и трудятся на благо его развития и процветания. Балаковская земля богата настоящими профессионалами и мастерами своего дела. Председатель районного собрания Константин Кузнецов, который отвечает за формирование списка кандидатов, признался, что работа у комиссии по рассмотрению заявок сложная. Достойных людей на Балаковской земле много. В этом году предложений поступило больше, чем места для фотографий. Внимательно смотрели характеристики, внимательно смотрели достижения. И те люди, которые действительно достигли каких-то успехов, у которых есть высокие показатели, вот, как бы комиссия приняла решение о размещении их на доске почета. В ряду почетных граждан – педагоги, полицейские, медики и работники культуры, общественники и химики. Среди портретов, которые до следующей осени будут украшать доску почета, и фото начальника отдела промышленной безопасности, управления промышленной безопасности и охраны труда Балаковского филиала АО «Апатит» Алексея Мышкина. Он с 2002 года работает на предприятии, начал с должности ведущего инженера. Получается, почти четверть века отдал заводу. У такого трудового долголетия есть свой секрет. Получается. Удовлетворение от работы и понимать, что твоя работа приносит пользу. Чтобы вечером уйти с чувством того, что ты за день сделал все, что мог. И даже больше. Алексей Борисович уверен, что его имя на почетном месте в центре города – это общая заслуга всего коллектива. А вот завочане говорят, что их коллега, как никто другой, достоин быть примером для балаковцев. У него очень высокая квалификация, он очень грамотный специалист, у него очень большой авторитет, опыт работы в направлении в нашем, именно поддержание безопасности на предприятии и соблюдение всех требований. Ну, мы, если честно, очень рады, что достойный человек получает достойную награду. В этом году рядом с портретом заводчанина Алексея Мышкина – фото тренера по дзюдо Анатолия Сучкова. Казалось бы, где борьба и где химики, а связь между ними крепкая. Многие виды спорта в Балакове развиваются при поддержке социального проекта компании «ФусАгро» «Детям России. Образование, здоровье и духовность ДРОСТ». И Толь Толич, как его называют воспитанники, подтверждает – ребята ценят эту поддержку. Повезло, что вот такая организация присутствует в городе Балаково. Те эмблемы, которые они одевают на спортивную одежду с эмблемой ДРОСТа, с эмблемой ФосАгро. Их это вдохновляет, и наши ребята чувствуют себя уверенней. За активное участие в социально-экономическом развитии города и района табличка с названием Балаковского филиала АО «Апатит» тоже не раз украшала доску почета. Так было и в прошлом году. Кстати, сам архитектурный объект отмечает в этом году двухлетие. Место, где размещают фотографии лучших из лучших, практически заново отстроили на средства, которые компания ФосАгро регулярно направляет на благоустройство города.